расскажите вообще про детишек своих. Я всегда спрашиваю про детей. Будут, кем они будут с точки зрения родителя? Есть ли у них голос, слух? Прям вот по всему списку из всех. Вы знаете, у меня... мне хочется, чтобы они все были люди талантливые, музыкальные. И я очень хочу, чтобы они все, независимо от Лиды, которой полчетвертого сейчас, ей 3,5. Даньке будет 2, Валерке 26 и Ваньке 14. Он уже ведь музыкант. Да, ну так они играют, да. Ну что, как играют? Ну нормально хорошо, они играют, да. Я считаю, что как в старинные времена, музыка, особенно девочкам, должна прививаться. Они должны... уметь. А для пацанов это вообще кайф. Вы представляете, вот идет парень с девушкой, познакомился, сел где-нибудь, та-дам, мама, у-у-у. А если еще и напел, все, она его, правильно? Внутренне. Поэтому заставлять заниматься, чтобы это стало их профессией, мне кажется, излишне. А вот сделать так, чтобы они были приобщены к музыке, это очень важно. А жизнь сама развернет. Я не люблю династии, мне кажется, что вот эти династии Столяров, музыкантов, хоккеистов, они не совсем верные, потому что можно испортить жизнь, потому что я, например, свою жизнь без музыки не представляю. А дети мои могут стать кем угодно и жить без музыки, но знать ее, любить и чего-то уметь они должны. Ну вот мы про гены сейчас говорим. Талант унаследовал кто-нибудь? Из них кто-нибудь вот проявляет способности? Я пока не могу сказать старшего, который по Даньке, по маленькому, потому что он унаследовал талант. Нет, да как он слушает музыку? Он если съест тарелку уже... борща и видит, что я ем, он кричит «борщ» и доедает мою. Пока у него только этот талант нарисовался. Это многообещающее. А что касается Лидии, она поет все песни. Вот на «Битве хоров» мы делаем песню «Нежность». Она поет «Нежность». Самую... «Опустела вот, без да, тебя». Вот эту самую «Нежность» из «Три тополя на плющихе». Я считаю, величайшая песня. Да, вот для меня кино это потрясающее. Одна из самых красивых песен на планете. Это Пахмутова? Да. Она слышит, как я ее в интернете там скачиваю со студии, говорю, добавьте этого, этого, этого. Она слышала там 3-4 раза. Она делает так, «Опустела без тебя». И она уже знает ее наизусть. Ну, старшие они, да, они играют, играют там рок на гитаре, хотя профессия у него другая, он работает налоговой. Но это не мешает ему играть на гитаре. То есть это у него хобби? Я думаю, что на самом деле это выбор. Нет, это хобби. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».